Доброе время суток, дорогие партнеры компании Oriflame и те, кто смотрит это видео и только думает еще присоединиться к нашей команде или еще нет. Я сегодня вам расскажу про новую компанию приглашения настроения в деталях. Давайте ее разберем в подробности, потому что это очень-очень крутая компания. Давайте ее посмотрим. Итак, открываем. Очень красивая картинка, настроение в деталях, такая семейная, добрая. Компания будет действовать с 6 августа по 6 октября 2018 года, то есть три каталога. Открываем подробности, что у нас здесь есть. Если вы новичок, вам нужно разместить заказ на 1000 рублей в первые 72 часа с момента регистрации. Тогда доставка этого заказа и сама регистрационная плата будут вам бесплатно. Придут бесплатные, то есть вы не будете платить за регистрацию 149 рублей и доставку до СПО. То есть вам нужно будет выбрать именно сервисный пункт обслуживания. А если вы живете в Москве, то у вас побольше спектр, куда выбрать вы можете. Это Постамат, СЦ Спортивная или СЦ Сокол, то есть в сервисных центрах. Далее, смотрите, если у вас доставка авио, то есть вы живете где-то далеко, то бесплатная доставка будет осуществлена путем возврата. То есть сначала ее вам начислят доставку, а в следующем заказе после оплаты вам она будет возвращена на товарное поле. То есть как вы будете делать последующий заказ, вам эта сумма будет списана. Далее, вы можете участвовать в стартовой программе. Посмотрите внимательно свою стартовую программу, шикарную. Вот. А те новички, которые у нас пришли с 25 июня по 4 августа 2018 года, если вы еще успеваете, у вас 21 день не прошел, то вы делаете заказ на 50 баллов и получите в этом же заказе в качестве комплимента туалетную воду Эльвио Фрейфли. И если вдруг такой водички не будет, вам компания вложит какую-то адекватную, да, альтернативную замену. Но, как правило, еще водички обычно вкладывают даже лучше. Итак, если вы приглашающий спонсор, добрались до самого интересного, это тот, кто работает и приглашает людей в команду, мотивируйте также ваших партнеров участвовать в этой акции. Но самое главное, что должно быть сделано? Личный, единовременный заказ на 50 баллов обязательно в каждом из каталоге, в котором вы собираете баллы. Суммируйте и накапливайте баллы ваших новичков, и они вам будут переведены в спонсорские баллы. То есть, если ваш новичок пришел в период действия акции, как мы с вами уже говорили, это с 6 августа по 6 октября, в течение 21 дня все заказы, которые сделает ваш новый партнер, эти баллы будут вам начислены как спонсорские. Например, пришел новичок, сделал заказ на 50 баллов, вам их в копилочку кладут. Другой новичок пришел, сделал на 70 баллов, у вас стало 120. Пришел еще новичок, сделал на 30 баллов, стало 150. То есть баллы копятся. Самое главное, не только первого заказа баллы, а все баллы в течение 21 дня. Вот это очень важно. То есть мы суммируем, накапливаем баллы новичков, да, на спонсорские баллы, они идут у нас один к одному. Потом, что мы делаем с этими баллами? По завершению акции вы можете обменивать спонсорские баллы на вот такие продукты: текстиль, одежда для дома, приборы и так далее. Давайте посмотрим, что за подарки нам компания приготовила. За 100 спонсорских баллов мы можем с вами выбрать фен или тапочки. Они нам придут всего за 1 рубль. Надо будет в заказе указать этот код. То, что вы выбрали. Если у вас 200 баллов, вы можете взять и то, и фен, и тапочки. Либо, например, на 200 баллов вы сможете взять банный халат или набор полотенец. Вы выбираете сами. За 500 баллов, если вы на протяжении этих трех каталогов накопите 500, то вы сможете взять либо домашний прибор для ухода за лицом Philips, или плед. А картинки у нас здесь есть. Посмотрите, красивые картиночки, все здесь есть. Вот тапочки, фен Витек, набор полотенец, халат шикарный, плед, набор по уходу за лицом. И еще не все. За 1000 баллов вы можете выбрать постельное белье, но оно вам уже придет за 999 рублей. Но это шикарный комплект, я уже про него почитала. То есть, что это
Хлопок сатин. Это мой любимый материал. Он очень приятный для тела, и спать под ним так комфортно. Хороший двухспальный еврокомплект. Очень красивый просто дизайн у него приятный. И это еще не все. Если вы накопите 2000 баллов, целых 2000 баллов, то вы сможете взять телевизор Samsung диагональю. Сейчас скажу, сколько диагональ. То есть такой не маленький телевизор, очень даже приличный. Находим 32 дюйма или 81 сантиметр. А вот мне прям телевизор очень нужен. Мне, конечно, все подарки понравились, но прям вот телевизор — это очень крутая такая покупка, дорогая. А получить за 2000 телевизор — это вообще-то большая-большая приятность, если честно. Так вот, а как же накапливать баллы? Например, вы поставили себе цель накопить 100 баллов. Вам нужно пригласить, может быть, даже одного всего человека, который пройдет первый шаг стартовой программы. В течение 21 дня сделает заказ на 100 баллов. И вы возьмете себе фен или тапочки. Если же вы поставили себе цель набрать 500 баллов, например, хотите, да, вот этот домашний прибор, чтобы делать массаж, да, очистку кожи глубокую, шикарный набор, просто почитайте про него подробности. Он просто великолепный, конечно. Ну и кто ухаживает за собой, конечно, вам это необходимо. Так вот, что нужно сделать? Ваша задача — собрать 500 баллов на протяжении 3 каталогов. А получается, что если у вас новичок придет в последний день каталога акции, то есть у нас каталог закончится 6 октября, у него еще будет 21 день, чтобы сделать заказы. То есть получается, по сути, 4 каталога у нас будут рабочими. Помните об этом. То есть за 4 каталога набрать 500 баллов. Разделим это по 125 баллов в каталог. Разве это много? То есть это примерно 2-3 регистрации. Приглашайте своих друзей, приглашайте своих знакомых, родственников, да, мотивируйте их, показывайте своим примером, какая крутая у нас продукция, какие классные предложения. И ваши новички, они ведь тоже могут принять участие в этой акции. Они тоже могут приглашать людей, собирать спонсорские баллы. Неважно, когда кто зарегистрировался. Как только зарегистрировался, с этого момента человек может быть спонсором и уже участвовать во всех акциях. Далее, если вы поставили задачу 1000 баллов, конечно, уже кажется, ой-ой-ой, как сложно, как страшно. Ничего страшного, делим на 4, получается по 250 баллов в каталог. И уже не страшно. Да, то есть это 3, 4, 5 регистраций в каталог. Это тоже несложно. В неделю 2 человека, одного регистрировать. Я считаю, что это такой вот темп размеренный, вяло текущий. Поэтому справиться с этим тоже можно. Но если же вам нужен телевизор, вы хотите обновить технику или в какой-нибудь комнате повесить телевизор, чтобы не бегать каждый раз в зал, смотреть его, например, на кухню себе сделать такой подарок. 2000 баллов делим на 4, получается 500 баллов в каталог. 500 баллов – это уже задача такая интересная, да, это задача вызов, и она тоже решаемая, это примерно 10 регистраций. Почему 10? Может быть, не все сделают заказы, кто зарегистрировался, или сделают не полные заказы, а немножечко. Кто-то на 1000 рублей сделает, только чтобы активировать свой номер, а это где-то 20-30 баллов. Поэтому чем больше вы будете регистрировать, вдохновлять, обучать свою команду, тем больше вероятность то, что вы выполните условия. Но и это еще не все. Компания для нас все продумала. Опускаемся чуть-чуть ниже, и вы видите здесь нам инструменты для рекрутирования. Смотрите, у нас есть виджет для рекрутирования. Мы на него нажимаем, на виджет, переходим. Вот такой вот, да, как это называется, HTML-код видим, да, не понимаем, что с ним делать, но здесь все написано. Если вы хотите этот виджет установить в каком-то определенном месте, это может быть сайт, это могут быть социальные сети, блог или e-mail, вы выбираете там, где вам нужно это разместить. Например, в соцсетях вы хотите отправить кому-то ссылочку, чтобы люди зарегистрировались, или разместить в своем посте, то есть картинки прикрепите, напишите текст, скажите: ребята, приглашаю к участию, к мою команду, будем вместе зарабатывать, вместе получать подарки, признания, путешествия. То есть делайте такой привлекательный пост, копируете вот эту ссылку и вставляете ее в пост. Ну, давайте прям проведем эксперимент. Я зайду на какую-нибудь свою страничку. Вот я тут уже была,
сейчас. Вот. Я сама себе отправила ссылку проверить, чтобы как она работает. То есть я на нее нажимаю, и открывается вот такая вот формочка регистрации. Когда человек заполнит эту форму, он сразу получит номер и пароль. Пароль здесь уже стоит автоматически 1, 2, 3, 4, 5. Он может его тут же поменять на какой угодно. Вот. И он сразу автоматически регистрируется к вам в первую линию. Вот здесь вот написано номер спонсора. То есть вы уже здесь прописаны, потому что это ваша ссылка, ваш виджет. Давайте посмотрим, как это работает, если мы размещаем на своей страничке. Ну, я сейчас размещу просто коротенький пост. Я специально не готовилась. Приглашаю мою команду. Вот такой виджет. И мы просто посмотрим, как он сработает. Смотрите, появляется ссылка. Сейчас он подгрузится. Вы можете сюда выбрать фотографию, поставить какую-то заранее, подобрать интересную картиночку. Ну, я сейчас любую какую-нибудь поставлю. Первую попавшуюся. Надо тоже подобрать. Ну, вот, может быть, да, вот эту вот стартовую программу для новичков. Вот так поставим. Так. Нет, это не подходит. То есть здесь надо будет еще подобрать фотографию хорошую, чтобы она прошла. Так, так, так. Ага, вот подошла фотография. То есть нужно будет поработать с этим в этом направлении, выбрать фотку. Сохраняем изменения. Ага, и вот у нас вот такая вот появляется картинка. Ссылку мы уже можем удалить. Она здесь не нужна. Мы можем поставить здесь побольше текст. Смайлики добавить, хэштеги обязательно. То есть обыграйте красиво свой пост. И уже после этого нажимаете кнопочку «Отправить». Вот так нажали. И люди, которые будут сюда нажимать, они будут автоматом сразу переходить, присоединять к Oriflame. Они здесь могут все почитать, посмотреть, заполнить заявочку, да, все про стартовую программу и так далее. То есть это очень-очень удобно. Итак, давайте я вам напомню, с чего мы начинали. То есть мы заходим в виджет для рекрутирования, выбираем, для чего нам нужен или на e-mail мы хотим отправить. То есть здесь мы сразу вставляем электронный адрес человека, кому отправляем сообщение, нажимаем «Отправить». То есть никаких лишних действий. Компания все абсолютно продумала. И самое главное, что эта ссылка, она уже зарегистрирована в Росреестре. Вам не нужно специально где-то регистрироваться, чтобы быть официальным представителем компании. То есть вы уже, как говорится, компания уже все сделала, вы просто нажимаете кнопочки, и эти действия, они минимальные, удобные и простые. Согласитесь, это, как называется, пассивный рекрутинг. Да, многие мечтают о пассивном рекрутинге. Вот, пожалуйста, люди будут нажимать на эту картинку, переходить, и из 10 человек, может быть, один-двое заполнят заявку, станут вашими партнерами. Вам останется только связаться с этими людьми, рассказать им, что нужно делать, с чего им начинать, какую цель они преследуют, хотят ли они зарабатывать или просто пользоваться скидкой. То есть вы начинаете общаться с этим человеком, который зарегистрировался, и у вас команда будет расти просто на автомате. Поэтому используйте вот эти удобные инструменты, которые дает компания. Рекрутируйте свою команду, больше и больше людей с каждым днем. Развивайте свой бизнес, будьте организатором интернет-проекта и зарабатывайте с каждым каталогом больше и больше. Ставьте себе хорошие цели, высокие цели, классные, и идите к ним. Вернусь назад, еще хочу вам показать такую вот интересную тоже раскладочку. Вы можете нажать «Скачать материалы», «Брошюра». Нажимаем «Брошюра». И здесь очень удобно, можно отсюда взять картинки, можно эту брошюру переслать, почитать своим знакомым, кто зарегистрировался. То есть здесь очень подробная, классная информация, при том, что сделана настолько высококачественная презентация, что ее, конечно же, с гордостью можно отправлять уже любому человеку. И, посмотрев такую презентацию, слюнки текут, и хочется прям уже начать действовать как можно быстрее. Благодарю вас всех за внимание. Я вам желаю в этой акции принять самое активное участие, получить то, что вы хотите. И помните, самое главное – это ваш настрой. Это то, что вы хотите. И у вас все обязательно получится. И в помощь вам мы,
ваши партнеры. Если есть какие-то вопросы, всегда обращайтесь к своему спонсору. Я уверена, что каждый спонсор вам поможет с огромным удовольствием. До новых встреч в моих видео. Всего доброго. Всем пока-пока. Удачи.